вы всем, друзья. Я на рыбалке, начало лета. Приехал куда-то, дали координаты, сказали езжай. Поехал по направлению, ехал. Короче, приехал куда-то, река протока. Птички поют, комары жужжат. Друзья, кроме того, что я в этом месте первый раз, так я еще вообще на реке протока ловлю первый раз. Протока — это один из рукав реки Кубань. Я нахожусь где-то недалеко от впадания в Азов. Кажется, на Азов впадает, не помню. Вроде бы в Азов. То есть, фиг знает, 170 километров от города Краснодар. Далеко. Ехал по кушерям, по дебрям. Подъезд — это был почти метровая трава, посредине две колеи, надо это было проехать. В общем, было классно, мне понравилось. Я с фидером буду ловить рыбку. Погнали, ребята! Кормить планирую сегодня много. Хочу поработать объемной кормушкой. Здесь сейчас ловится карась, сазанчик некрупный и много американского сомика. Рыба, которая все прожорливая. Плюс тепло, плюс течение. Поэтому буду стараться кормить много. Буду работать большой объемной кормушкой. И поэтому делаю много корма. Лучше пусть останется. Значит, у меня хотел взять только черного леща, но, к сожалению, было в магазине всего две пачки, когда я заезжал. Поэтому я взял два черных леща. Тут сколько грамм? 700-800. И один черный хлебушек сегодня. Поэтому три пачки прикормки. Можно, более чем уверен, мне хватит две. Но сделаю три. Останется. Ничего страшного. Вот такая прикормка. Угу. По расцвету видно. На камеру не будет видно. Черный хлебушек более черная. А лещ более серая прикормка. Так практически одно и то же. Сладковатый легкий запах. Отлично. Теперь просто воды. Останется прикормка, заберу, кину в холодильник, потому что прикормка будет очень у меня классная. Морозилки переживет и до следующей рыбалки половит. Прикормку, друзья, буду делать тяжелую. Хочу попытаться максимально собрать на точке рыбу. Для начала я просто добавляю воды, чтобы прикормка начала пить воду, чтобы ее частички начали набухать. Тем более прикормка в основном состоит из зерновых. Все, вот первый этап. Прикормка чувствуется рукой влажная, но она колючая, сухая. То есть просто сверху, а мне нужно, чтобы внутрь надела. После того, как она возьмет воду, буду добавлять все остальное. Все, теперь занимаюсь удочкой. Ловить планирую Zemex High Pro. 12 футов 80 грамм. Старый кузов. Удочка себя очень проявила. Переловила огромное количество уже рыбы. Мне очень-очень нравится. Очень посылистая. Что у нас за кивер стоит? Великолепная палочка. Свои функции выполняет
на все 100. Да, для течения она мягковатая. Ну, ловить можно. Катушку ставлю ниндзю. Старый кузов. 3000-я. Все у меня в старом кузове. Вот такой комплект. Сюда бы, конечно, ЛТ-шечку. Было бы огонь катушкой. Или комплект тогда. Полегче чуть-чуть. Сейчас 18 градусов подъехал. Наверное, уже побольше. Днем поднимается до плюс 35 в тени. То есть очень-очень тепленько. Забыл дома наделать монтажей, поэтому сейчас сначала сделаю монтаж. Для этого мне нужен флюр. Использую Дунаев 0.33 и Фидергам. Кусок флюра. Буду делать инлайн с фидергамом. Теперь фидергам. Я использую не меньше 0.65. Больше всего нравится именно фидергам или повергам. Отчикиваю кусочек. Теперь мне нужно просто связать флюр и фидергам. Накладываю один на один. У меня есть несколько видео, как я вяжу монтажи. Оставлю на них ссылки. Там все подробно показываю. Все, связал. Несмотря на то, что я ловлю с основной леской плетенка, вязаться прямо на основной леске, где вот спортсмены, я терпеть не могу. Я не спортсмен. Мне не обязательно безопасный монтаж, а терять обрезы монтажей, кормушек на неровном дне я не хочу. Поэтому я всегда работаю с монтажами. Теперь стопорог дополнительный. То есть все очень просто, легко. Я их обычно навязываю сразу кучу, и они у меня лежат. Использую большого номера карабин с ветлюжком. Предпочитаю вот эту модель. Вот эту, друзья. У него в бок нету торчащего. То есть вот такая моделька. Меньше всех цепляется он. Все, тут проходит. Здесь вяжу сантиметров 30. Просто петельку. Бру, комары. Лишнее отрезаю. На этом конце фидергама просто делаю узелок двойной. Раз. Два. Лишнее отрезаю. Все, монтаж готов. Вот этот участок не боится ракушки. Хорошо ее держит. Бывает, за рыбалку он превращается просто в хлам. Фидергам. Все, теперь просто привязываю любым узлом, кому какой привычный, роли не играет. Шнур у меня довольно толстый тут стоит. Этой катушки закончился. Посмотрел на там, где был тонкий, закончился. То есть тут 0.12 стоит. Пойдет. Все, снасть готовая. Так, отлично.
подсохло, он даже уже не лепится. Ну, рукой чувствую, что влажненькое. То есть все отлично. Теперь арома. Мидия. Тут у меня остатки. Вообще трошки. И халибут. Есть. Теперь каша, ребят. Кашка. Кашку я варю по-особому. У меня есть видео, как я варю. Какая красавица. Пшено и сечка кукурузы. Ой, сечка гороха. Оно все полусырое. Оно сваренное, но внутри тверденькое. На течение нельзя разваривать. Если кашу на течение разварить, ее все сдует. Очень становится очень легкая и ее уносит. Поэтому для течения должна быть недоваренная. Так. Прикормка суховатая. Теперь водичку. Так, а такие объемы, это ведро побольше. Отлично. Еще будет подсыхать, по ходу рыбалки буду воду добавлять. Пока готово. Занимаюсь точкой ловли. Тут я впервые, что, как и зачем, не знаю совершенно, поэтому в первую очередь что делаю, узнаю, как здесь, что, какая глубина. Повесил маркерный груз и начинаю пробивать. Начну недалеко и дальше. И насчет пробивать примерное понимание глубины нужно взять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Хорошая глубина. 45 грамм груз упал на 15 метров на счет 13. Великолепная. Дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Чуть ближе середины. Еще дальше. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 ближе к той середине. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И 19 под тем берегом. Так, значит, получается, у нас тут ориентировочно корыто. Значит, здесь корыто, я так полагаю, русло ближе к тому берегу. Здесь идет как прижимная яма, поворот реки, прижимная яма. Здесь впадает канал, слышно, шумит. Фу, комары везде. Машкара, комары. Так. Сейчас буду протаскивать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, двадцать, тридцать, четыре, двадцать пять. Нифига себе, вот на русле 25 падает. Погнали. Оп, твердое дно пошло. Может, песок, может, ракушка, дын-дын-дын по нему стучит. Вот пошел свал, подъем, вот он. О,
идет свал, потом ровная площадка и потом русловой свал. Можно ловить на ближнем свале, можно на ровной площадке, кормушка будет лежать, можно на русловом. Сейчас поставлю кормушку и уже кормушкой буду определять, где я захочу ловить. Пробую вот такую 60-ку, если ей будет комфортно. Идет свал, стол и свал. Вот попробую заклипсоваться на вот этом столе. Он твердый, его чувствуется. Так, стучать начнет. Оп, есть. Клипсуюсь. Тридцать семь оборотов катушки, более чем достаточно. Недалеко. Так. Все отлично, кормушка лежит, проблем вообще никаких. То есть на столе заклипсовался. Все, можно начинать кормить рыбу. Ну что, начинаю. Сейчас положу минимум 10 кормушек вот таких. Вот такая вот кормушка. Так, плотно не забиваю. Быстрее выходила. Ну, погнали. Первая пошла за корм. Пахнет во. Просто обалденно. Вот крупа. Твёрденькая. Горошек. Он тоже твёрденький. Отлично. То есть есть вкусняшки, которые будут держать там рыбу. Последняя кормушка есть. Так, чётики на рыбалку. Из насадки у меня сегодня опарыш красно-белый, кукуруза полбанки, которую я уже съел, и червь. Самое интересное, что у меня с поводками, я даже не знаю. Вообще не заглядывал. Завален работой был. Просто было не до всего. Начну с 30 сантиметров. Вот. Десятка на 0,18. Вот такая вот с длинным цевьем. Начну с 30 сантиметров длины. Дальше буду по обстоятельствам. На фидергаме у меня петелька, поэтому поводок цепляется легко. Накидывается удавкой и подтягивается. Все, поводок на месте. Друзья, с чего начать? Поставить опарыша, сразу гарантия будет мелочевка. Начну с кукурузки. А вдруг первый раз сразу что-то не клюнет? Друзья, как вешать кукурузку?
Кукурузу надо вешать так, чтобы крючок оставался максимально открытым. Вот я это делаю вот так. Все. Кукуруза насажена. Никуда не денется. Первая кормушечка. И в бой, ребята, в бой. Как я заскучился за рыбалкой. Ух, не могу. Пошла, родимая. Есть. Если бы был бы опарыш, один, поклевка была, я думаю, почти сразу. А вдруг сазанчик, а вдруг карасик. Ого, 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 ого. Не знаю, кто, сомик? Что-то я подозреваю, это сомик, ребят. А там кто ж его знает. Ну, поклевка шикарная, а? Просто бэээ. Тут очень много американского сомика. Ребята, до килограмма влетает. Давай, 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 показывайся. Ух, попер, 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 попер. Он самый. Он самый. А он проглот. Жрет все, ребят. Просто жрет все. Какой он толстый. Убежал. Убежал. Вот такой живот был. Да, на такой надо крючок больше вешать. Фух, класс, мне понравилось. Поклевка мощная. Так, продолжаю кукурузку. Фу, надо крючок больше ставить, а мне походу навязывать, вязать надо. Нету. Закончились. Ну, поклевка огонь, просто мощная, дых сразу, ух, класс, первая такая классная. Что-то есть? Поклевка не мощная была, такая дын-дын-дын, дробящая. Есть, 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 да, таких надо только под соком брать. Оба, это кто у нас? Сазанчик, ребят. Кубанский дикий сазан. На кукурузку. Небольшой сазанчик. Если честно, на сазана я кукурузу и надеялся, рассчитывал. Класс. Лес живой. Красота. Все поет. Иди сюда. Есть рыбка какая-то. А, сход. Да. Все, меняю крючок. Маленький. То, не то. Нет. Крючков нормальных, которые мне нужны. За много лет накопил всякого фуфела ненужного. Того, что нужно. Много лет экспериментировал, брал разные крючки для разных условий. В итоге много фуфела. Много флетового. Сейчас давно ничего не покупал. Цены меня в магазинах пугают. Разогнется быстро. Толстый. Такое попробовать. Попробуй такой. Здесь, ребят, как я вяжу крючки с помощью крючковяза, у меня есть видео. Под музыку красиво показываю. Все подробненько, очень легко повторить.
тоже оставлю ссылочку в описании. Это уже 30 сантиметров, более чем достаточно поводка. Рыба заходит прямо на точку, кормится. Только точку упускать нельзя, нужно постоянно добавлять корм. Долго нельзя ждать. Больше 3 минут просто нет смысла. Нужно постоянно подавать корм. И тогда очень много частиц будет вкусных именно в месте точки. По течению будет растягиваться, но основная база будет в районе точки. И рыба будет заходить и кушать прямо с кормушки. Кукурузку. В бой. Когда делаешь долгие моменты ожидания, корм уносит дальше, дальше, и он может где-то там накапливаться. Оп. Здесь, здесь, здесь рыбка. Ух, как бьется, а? Ой, как бьется. Кто там? Кто там? Кто тут такой угорелый? Небольшой сомик. Первый, конечно, был здоровый. Ой, разговаривает со мной. Вот такой. Есть на червя поклевка. Хорошая. Ох, кто это такой? Опять сазанчик. Уже на червя. Красавец, смотрите, длинный, прогонистый. Оп, есть что-то. Есть, хорошенькая. Бьется сильно, идет. Классно. Надеюсь, рыбка хорошая. Это упористый. Очень упористый. Кто? Сомик. Сомик. А жирный, толстый, вот это он нажрался. Блин, что он съел, ребят? Смотрите, животяра. Червь работает, кукуруза работает. Одеваю пучок опарыша. Сразу. На счет 6 поклевка. Кто там? О, карась, ребята. Есть, на опарыша карась. Нормальный, отличный карасик. Отличный. Ого, нифига себе, ого, ничего себе, ого, что он вытворяет, а? Хороший что-то, ого, хорошая рыбка, тяжеленькая. Ого, давай, сомик, давай буду брать под сачку. Есть, вот такой сомик. Да, вот такой, ребят, отличный, вот такой красавец, ребят, смотрите. Так, одену я 2 кукурузы, так вот,
Один и два. Я как-то поймал такого сомика. Тут живот был полный. Примерно такого же размера. В животе у него был вот такой резинка-отшлепка. Такая с мизинец толщиной. На прикормку отзывается просто сказочно. Нифига себе, смотрите. А? Еще и сдерживать надо в первые рывки. Еще и сдерживать надо. На две кукурузины что-то. Тяжеленькая, ребят, тяжеленькая. Очень тяжелая. Очень классная. Чтоб никуда не завел. Да ё-моё. Кто ж там такое? Сомик. Вот это сомярчики. Бывают крупнее, но это уже отличные. Бойцовые. Во. Нифига себе, а! Колючками бьет гад. Под колючки брать, живот аж лопается, он там сидит там и жрет, смотрите, да, такого насытить, если его там много, вот это то, что забрасывает ему на понюх. Иди сюда. Ого, ого, ого. Угу, угу. 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 Насадка роли не играет. Угу, угу. Что-то тяжелое. Пошел, пошел. Ого. Что ж такое? Давай, давай, давай. Кто это? Тоже сом хороший. Да. Сомик шикарный. Охренительный. Иди сюда. Ого, ох, ни хрена себе. Вот это была потяжка. Прям реально сдержать пришлось. Что-то очень тяжеленькое. Ну, сначала сдерживать пришлось конкретно. Как вот карпа. Вот, щеманется он. Сначала он надо сдержать. Сейчас похожее было. Кто это тут? Сазанчик. Сазанчик. Все-таки сазанчик. Это уже на сазанчика похож чуть-чуть. Килушечка такая. Опа. Ну вот уже
Килушка сазанчик подошел. Может, еще будет. Иди сюда. О-о-о-о-о-о. Ребят, на сазана похоже. Похож на сазана. Очень на сазаночка похож. Очень на сазанчика похож. Так, не уходить туда. Это он, это сазанчик. Что пришлось сдерживать. Судак. А нет, американец. А я-то уже обрадовался. Сазан. Судак. А это просто хороший толстый американец. Очень было на сазана похоже. Блин, ну уверен был, что сазан. А нет. Пришлось сдерживать вот сазана также. Килушка точно. Вот такой. Киусище. Во. Килушечные клюются. Красавцы. Крючок хорошо себя показывает. Рыбку сечет, держит. Пух с соплями на перемешку. Как я люблю, когда вот такая комфортная погодка, тепло, птички поют, рыбка клюет. Это класс, ребят. Каждому вам всем желаю таких побольше рыбалок. Иди сюда. Есть. Ух. Кто ж там в этот раз? Кто там такой тяжеленький? Ух, нифига себе. Бьется. Шикарно бьется. Класс. Вот это кайфовая рыбалка. И вот реально не знаешь до последнего, кто там. Сомик или сазанчик. Все-таки, наверное, сомик. А там кто ж его знает. Кто это? Сомик. Тот же сомик. Да. Красивый. Да. Сопли, значит, сама, смотрите. Вся в соплях. Но это вообще здорово. Этот кило плюс. Красавец, что можно сказать. Кстати, самые крупные клюют на кукурузу у меня. Сомики. Видите? А? Класс. Вот это вот у него шип на плавнике. И вот эти вот два. И с зубами, и очень острые колючие. Иди сюда.
Ого. Брыкается кто-то. Кто там такой? Ух ты! Карасик. Вот это карасик. А вот это я понимаю. Вот это победа, друзья. Неожиданно. Ребятки, смотрите, какой красавчик. Вот это другое дело. Этого я и ждал. Это грамм 600 минимум. Жаль, нету весов. Вот это карась, амба, крыло. А? Вот это карась, амба. А? Кубанский, светленький, серебряный. Вот это крылас. А? Видите, какой. Вот этого я ждал. Ну что, друзья, это тот как раз случай, когда устал от рыбалки. От однообразной. Опарыш клюет. Кукуруза клюет. Червь клюет. Во! Перец. Уже поймал несколько на него. Уже чисто дуркую. Если честно, уже устал. Сейчас посмотрю. Поймал несколько небольших сазанчиков и что-то хорошее сошлось. Вдруг еще что-то сажу хорошее. Именно на перец. Иди сюда. На перец кто-то клюнул. Рыбы валом просто немерено. Если бы, конечно, карася побольше было и сазан хороший был бы, это была бы сказка. А так, такое количество сазанчиков поймал огромное. Карась хороший, отличнейший карась на перец. Отличнейший, просто шикарный. Ребятки, просто сказочный. Резиночка потерялась. Она у меня была одна. Так, надо еще поискать. Ну что, ребята, закончилась рыбалка. Сейчас немножко расскажу про рыбалку, потом покажу улов. Тот случай, когда я устал от рыбалки. Рыбы было очень много. Просто огромное количество. Преобладал американский сомик. На втором месте сазанчик. От вот такого маленького до килушного размера. Сомики тоже клевали примерно от 200 грамм до кило. В огромном количестве. На третьем месте был карась. Карась клевал где-то грамм от 200. До самого крупного я поймал грамм 600. Великолепный карась. Классный вот такой. Светленький, красивенький, вкусненький. Фу. Конечно, сомик все забивал. Его просто было неимоверно, очень много. Вся рыба клевала на все. Червь в лед. Кукуруза в любом количестве в лед. Опарыш в лед. Хоть один, хоть пучок. Всякие бутерброды. В конце рыбалки я уже замучился. Нашел у меня в машине был пелец пятерка. Мед. Сильным запахом, класс. На резиночке туда преобладает сазанчик. Несколько карасей поймал. Ни одного сомика. Вот отрезал сомика вот этим пельцем. Тем не менее, рыбалка класс. Удовольствие получил по прикормке. Все сделал правильно. Рыбы собрал неимоверно. Ее было просто тьма тьмущая. Там. Можно сидеть и сейчас продолжать ловить. Сейчас по времени 10:30. Рыбы валом. Она клюет. Можно сидеть, продолжать ловить. Устал, надоело, однообразная, скучная рыбалка. Вот какой-то я вот странный. Ну все, ладно, погнали, сейчас улов. Ух, нифига себе.
О, ребят, смотрите. Больше ведра рыбы. Сомики, караси, сазанчики. Еще десятка два сазанчиков мелких я отпустил. Сейчас я этих сазанчиков выпущу. Фу, а караси и сомики поедут домой. Здесь реально килограмм 12 минимум рыбы, а то и больше. Весов нету, к сожалению, но еле держу. Фу. Сазанчик домой. 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 Эй, карась, не убегай. Домой. Ну все, ребят. Все, ребят. Остались америкосы и караси. До новых встреч, друзья!